Правоохранительные органы сегодня сообщили о жутком ЧП в Шимском районе. Мать шестерых детей утопила двоих новорожденных близняшек в ведре. Шокирующие подробности стали известны только спустя несколько недель. По версии следствия, 31 июля многодетная мать, находясь в бане, родила двойню, после чего утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму. Спустя несколько недель женщина обратилась за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт по месту проживания, сообщив фельдшеру о якобы преждевременных родах. После оказания медицинской помощи фельдшер сообщила в правоохранительные органы. Проверку по факту ЧП проводит и прокуратура области. В ходе проверки прокуратурой региона будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при осуществлении работы с семьей женщины и ее детьми. Возбуждено уголовное дело по статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка».